Привет, здорово. Ну что же, немного здесь темновато, поэтому я там в полусумраках, но меня все-таки видно. Там этот светятся индикаторы, все там сияют, и круг светится и синий. Вот, в общем, даже вон плечо там мое видно. Вот в атмосфере темноты и мрака будем бегать мы по замку. Так. Да. Так, на чем мы остановились и куда нам двигаться? Что-то там пиу-пиу пах. Так. А пришел я откуда? Сейчас я уже не помню, что куда. Ну, походу, мне сюда вниз. Да? А нет, скорее всего, мне сюда. И она не видит. Ебаный в рот. Она сверху вниз смотрит. Типа мне охуенные проблемы со зрением или еще у нее что-то происходит. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Да чё, блядь, я сделал, блядь, самоба... Вообще не понимаю, нихуя. Они все знают, кто я, чё-то от меня хотят. Что-то я пальцем. У них мотивация здесь пиздец, нахуй. Типа, я хочу убить тебя. О, нет, ты выжил. О, блядь, поэт, ты заплатишь за то, что выжил. Плохой ты. О, ты какой ничтожество. Блядь, что за бред вообще? Там я уже читал, некоторые люди пишут о том, что игра потрясающая, персонажи, о, какие богатые персонажи, о, вы-то серьезно богатые персонажи, вы в этой, блядь, проработанные, богатые, да? А насчет персонажей, которые встретились с кошмаром и когда выходят циклы, там они преодолевают. Здесь же Итан удивляется всему опять, что происходит. О, типа, что за хрень происходит? То есть, хороший пример, это Элвис Ин и Dead Space. Когда главные герои в этих играх, в фиквелах, они уже знают, они столкнулись со страхом, они знают, что с этим делать. Это уже не является ужастиком, а является чистым экшеном. То есть они знают, как побороть свой страх и как с кошмаром вообще сражаться. Эх, все. Ветков так. Вот опять же у меня к этим запискам. Ну серьезно, она сидит и ведет дневник. Вот это. Блять. Роза. Where are you? Где ты, Роза? Нечем мне открывать. Платится. В горошек.
И чё это здесь я был? А? Чё это здесь делаю, если здесь не уловить? Так, где там карта у нас? Что-то красное. Ага. Есть он был ключ. Вот. А, ну все, теперь я могу двери такие открывать. Ну, здравствуй. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Go ahead, do your worst. Ну, я рад за тебя, что ты можешь брекануть меня. Так. Да вот. По-любому, может, что-то будет, да? Так. Патрончики мы создали. Итан, блядь, человек месиво, ёбаный в рот, я хуею. Иди нахуй, мразь. Оторванная рука. Ну, мило. О-о-о! Воу-воу! Ну ладно. Сука тупая. А быстрее никак нельзя. Running will get you nowhere. Руку прикрепи как-нибудь, я охуею.
Серьезно? Было бы прикольнее, если бы, как бы, куртка с руки, а то получается и ткань у вас тоже. Я хуею, трава, она прям конечности приделывает. Это уж чересчур. Так, ну окей. Теперь что у нас здесь? Здрасте. Так. А здесь типа показывает, что здесь что-то есть, да? Типа я просто что-то не замечаю, здесь что-то есть. Потому что, типа, тут красненькое. А, красненькое, значит, что-то я здесь упустил. Еще где-то что-то. Бля, иди нахуй. Вот почему он кусает? Так, я пытаюсь расти, где я что еще упустил. Здесь где-то есть что-то еще. Красная, правильно, красная, знаешь. Что-то я тут упустил. Здесь имеется что-то, чего я не вижу. Так. На деревьях нету, да, больше ничего. Вроде бы нет. Этих всех перебил.
Нигде ничего не блестит. Рыбы нет. Столовая. Что, кстати, есть в столовой? Вот. Значит, получается, здесь что-то где-то блестит, а я этого просто не вижу. Сука. Значит, надо присмотреться хорошенько и жахнуть. Как же все это очень странно. Так, ну что-то я вообще, вот честно, ни хера не вижу. Ну ладно, пойдем в дверь. Карта. С другой стороны. Еще лучше. Кто там так ходит? Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая. Так, изготовлена на заказ. Что она нахуй? Со своей губной помадой, блядь. Ты здесь лежит на подвижу, так, кто-нибудь ты. Лучше насекомое.
То есть они целиком сделаны из мух. Странно это, конечно. Какая-то нужна. Я даже не знаю, мне, наверное, сюда и надо, да? Лучше, можно сказать, поверху. Шар какой-то. Так. Здесь тоже что-то есть. Где-то какие-то секреты по-любому. А, не знаю, не разбираюсь. Да. О. Оперный зал. То есть раз. Так.
Ключ. Ну ладно, круто, ключ. Ой! Я просто, подожди. Замените замку, да? А я что взял вообще? Да, блядь. Да какого хера вообще заходите? О, комната торговца. А, смотри. Где там? Два, да? It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? I've expanded my services. Please, come take a look. Так. А, ну ты уже читал. Your
катись отсюда, алый череп. Типа это... Сейчас сохранишь, потому что я не понимаю, для чего это. As you wish. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Так. Я хочу себе. Да. А еще хочу себе курок. Угу. Ну эти вещи, они не понадобятся, интересно. Кристаллическое туловище. Хер знает, если что, несколько раз там пройду. Ну вот давай. You've brought in something special. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Давай чемодан сделаем побольше, да? Конечно же. Так. Теперь давай улучшим. Сколько у меня там? 22 у меня. Так, боезапас. Давай, боезапас. Урон. Так, 12 тысяч. А можем сейчас после улучшить. И вот так вот. Thank you for your patronage. Mm-hmm. Так. По прямой пробивает. Давай посмотрим, что там на картах не открыто. Что за сранка? Все, все. Сейчас мы так побегаем, пооткрываем. Воу-воу-воу!
you are. А это все ходит за мной. Что тебе, блядь, надо, женщина? А вот же есть. Господи. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Я должен с ней сразиться, да? Сейчас давайте все посмотрим, обыщем. Так, и что-то здесь я еще не сделал, да? Чего-то здесь осталось. Все, на этом все. Так, есть одна пупырышка. Так. Успеешь занять 5 колоколов в этом зале. 5 колоколов?
истерии. Где еще два? Угу. Четыре. Пять. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Засидниковые реликвии покрыты сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Обосраться. Четверочку. Так. Летучие мыши.
Да, отвратительно. Так, ну окей. Так, а мне куда? Из крыши есть этот лифт. Давай в лифт посмотрим, куда он нас приведет. Только вниз, да? Угу. Ну все понятно. Уже не нож, а мачету какую-то брать. Здесь что-то слишком много кристаллов, значит, с кристаллами будет связано. Да, блядь, господи. Девать. А, здесь тупик, да? Вообще-то все правильно.
сука, дохни. Так. Что-то здесь не все, да? Что-то еще осталось. Ну так-то вроде бы ничего не блестит. Не сияет, не мигает. Что я здесь мог упустить? Честно, это вот искать иголку в стоге сена, это пиздец. Зачем? Зачем заморачиваться такой хуйней? Здесь прям что-то где-то я упустил. Так, попрыгну. Stupid man thing! You won't live long, even if you run! Иди нахуй. Я сейчас всё сломаю. Так. Все, теперь можно вниз. По идее, если это, ну, типа, работает как в других резиках, она должна. Thank you.
Welcome, welcome. You're sure to find something new. Welcome. Здрасте. Так. Good deal, if I say so myself. Ой, сейчас я вот выбегу там, пробегу. Ой! No place left to run. Можешь пойти нахуй. Да. Gracias. Так. Ой, да какая ты... Дотошно. Welcome, Ethan. Здесь еще определенные правила работают, не что ли? I've procured some new items for you, Mr. Winters. Так, оружие. Сколько мне там? 21 тысяча, да? Прокачать. Delighted. Типа умение делать патроны. These hands are more dexterous than one might think. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Till next we meet. Так. То есть теперь мне... вот есть второй этаж, правильно? Оружейная. Зал наслаждения. Крыша, тут непонятно. Башня. Так. Цветок и мечи, да? Да. То есть на второй этаж надо. Так, ну время там подходит уже к концу, поэтому давай счастливо. Это очень долго бегать, конечно, изучать, так как я еще люблю все понаходить, что-нибудь такое. Поэтому давай счастливо.